Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Need for Speed Heats, и сегодня я вам покажу новую точилку, которую я взял, немножко затюнил внешне, но еще, конечно же, не затюнил по технической части. Это у нас будет Aston Martin. Я зафармил его вчера, получил, по-моему, я не помню, 16 или 18 левел. В принципе, это можно сделать, думаю, за день, пропать даже все левела при большом старании. Ну, единственное, потом надо дохренище баблишко на тюнинг, на ап-машинки, поэтому у нас сегодня будет Aston Martin, будем пробовать его прокачивать. Думаю, к вечеру я его прокачаю. В общем, такая вот у нас сегодня версия. Так, куда делся? Куда делась моя машинка? Мышки нету. Что за дела? What the fuck? Где моя мышка? Как обычно все. Такс. Поехали посмотрим. Да, запарили, не хочу я еще ничего делать. Хочу показать машину. Слушайте, смотрит моторчик. Вот так вот она у нас теперь выглядит. Просто бомбически. В общем, такая вот у меня уже появилась новая цяцка. Поехали. По динамическим характеристикам фактически стоп. Про плюс только единственное, что у меня хватило купить. Давайте еще мощности нам. Конечно. Добавить мощности немножко. Поставим выхлоп. Про плюс. Поехали ее обкатаем, посмотрим, что она может. Конечно, ее нереально жестко заносит. Старая модель. Надо ее конкретно, наверное, затюнить будет. Я думаю, это сделаю. Потому что все-таки хочется посмотреть на классику, на максималочке. Вот так вот она. Только знай, что мой друг Уэйн фанат не скорости, а техники вождения. Он уже ждет тебя в порту. Нереально. Повеселись. Нереальная просто тачка. Поехали посмотрим на состязание, где по нашему лавелу хотя бы 140 142 140, кольцевая гонка. Можно, в принципе, сюда поехать, посмотрим. Управление, оно, конечно, просто нереальное. Уже получше. Поставили выхлоп. Реально стало дикой. Управление, конечно, это печаль. Если сравнивать с Эвиком нашим, это далеко не то. Тут даже, наверное, с ментами попадаться, они нас просто ушатают. Звучит она красиво. Вот,
тихо. Чуть не ушатали. Вот тут ее надо испытывать. Через кусты, через поля. Едет тачечка моя. В общем, небольшой краш-тест. Да, конечно, жестко, наверное. Сейчас место будет, но это будет интересно. Вот такого выхлопа, а не, у кого-то тоже есть, падла. Старт даже с нитро. Мы еле выходим на седьмую позицию. Оу, щет. Это жестко. Нафиг нам нереально даже Максика догнать. Данта. Ну, сейчас попробуем, сейчас изучим немножко круг. По заносу, конечно, на лютого. И дрифтить будет хорошо. Ну, мы немножко не так прошли поворот, ничего страшного. Это не запрещается. Давай, тащи. Ты реально. О май гад. Собирать и собирать. 1200 надо, чтобы ее затунить прикольно. Вот я еду. Я на ней, в принципе, вот второй раз катаюсь, поэтому мне надо еще привыкнуть. Заносом, но, в принципе, прикольно. Последний круг. Как надо ручником пробовать. Просто заносом не получается. Нереально оно жестко. Но зато классика. Это ручничком. Да, ну ручничком это вообще изи. Мы немножко даже оторвались. Вот так вот улетели в космос.
23. Но все равно машина мощнее будет. Давайте сравним ее с нашей машинкой. Возьмем, например, Pro Plus Evica. Разницу посмотрим. Хотя, в принципе, стоковый Evic не намного там лучше был бы, наверное. Тут сейчас будем давать жару, однозначно. Небо и земля. Я тоже поворот не особо заносит, но зато здесь ускорение однозначно плюс. Надо все равно с ручником. Тащит. Ну, Evic уже у нас на Pro Plus. Ну, сравнивать тут, конечно, не так. Сейчас попробуем все-таки в этот поворот вписаться нормально. Реально. Ну, расстояние уже 1 километр на первом круге. Когда очень большая скорость, нереально тоже. Надо меньшую скорость. Ускорение на машине хорошее. Ручничком. Самый оптимальный вариант будет. Так, у нас, по-моему, еще будет один крутой поворот. Да, ручник. Для Эвика вообще. Можно, в принципе, так, мы последнего практически догнали. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Поэтому будем копить денежку на тюнинг Aston Martin и сделаем с него тоже такую же конфету на Pro Plus. Интересно будет на нем покататься на максималочке. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.